Всем привет. Так, ящик хороший у нас есть. И враг у нас есть. Оп. Оп. А ну-ка вот так вот мансуем. О, нифига себе. Получилось. Мансуем в воздухе. Ты что, уже ко мне бежишь, что ли? Я еще не готов, погоди. Броню бы, конечно, было бы идеально. Ах ты ж, гад, как ты знал, что он у меня где-то. Ну блин, крыса, а. Так и знал, я чувствовал, что он где-то крысится у меня. Ладно, хорошо, давай попробую также закрысить и тебя. Попробуем что-нибудь найти. Да как ты без брони-то так убиваешь? Это вообще бред, ребят. Без брони прыгает нафиг, ничего не боится, убивает. Пукан рвется из-за таких мудаков, конечно. Ну, сейчас тебя убью, однозначно. Не люблю, когда напарники чужие не разговаривают. Опа. Я все равно сейчас за этим пойду, уродом. Отлично, папкина любимка. Так, все, хватит это терпеть. Что у нас тут есть-то? МП5. Сейчас я тебя издалека прищучу. Вот он. Ух ты. На, ё-моё, получил. Без брони тут гоняет. Как у себя дома. Ух ты! А где ящик? А у тебя что было? Это мне больше нравится. А что, 250 там максимум патронов, что ли, уже? Блин, со всех сторон, вы что, ребят? Дайте хоть продохнуть. Десять. А здесь-то что у нас?
Давайте так хотя бы. Траншея. Ух ты. Вот МП-9 дурацкий, он трясется. Как черт знает что. Да ладно. Тут не убить нифига. С этим МП-9. Галил. Галил, галил, галил. О, аэродропчик. Так. Аэродроп потом заберем. Вот куда он высадился? Я же слышал тебя только что. Куда ты закрысился? Понятно. Прости, чувак. Ух ты, нифига себе. Вот это подарок. А что у тебя еще было? Ничего, ничего не говорите. Все знаю. О. Так, наверное, так уже интереснее играть. А куда у нас ящички полетели? Зачем я это делаю? Красава. Крысился тоже где-то в кустах. Ну как, я этих двоих, конечно,
Точнее, как я СГ вот этот забрал у чувака. Это было что-то. А, я мог сейчас на него выйти. Кстати, он меня не слышал. Ну, такая катка, нормально. Лайк, дизлайк, подписка. Давайте, удачи.